Йоу-йоу-йоу, ребята, всем привет, с вами Тактиков и Вайт, и мы сегодня играем на CSGO Люкс. Только что Олег у нас поиграл, пошел в жопу, сраный козел, я ставлю 900 рублей. И... Всем привет, ребята, я чуть не умер тут, но Алексей, блядь. Да-да, подумал. Даже, ну, не побеспокоился обо мне, понимаете, тут. Я чуть не умер там, там ножик! О, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сеньорита бомбита ножика хочу я, сильно. Итак, ребят, все. Но я больше тут не поставлю, потому что это невозможно понять, что происходит вообще, ребят. Ну, нож поставили, что он тут? 7000, да? Это тема с расческой, она приносит победу и удачу. Это ритуал, ребята, это просто ритуал, это магия, смотрите, мы сейчас заберем этот стаб. Боже, что за утис. Или дебилы обмороки просто, дебилы обмороки. Даун, доноры, просто слов нет. Расческой балуются, дети. Нет, не ребенок, но Олег-то может быть еще. Эй, брат, я не ребенок, вообще-то я почти совершеннолетний, так-то. Я, кстати, не расческой, как бы, да, у меня тут линейка, я по руке провожу вот так вот. Линейка? По руке, да? Веришь там что-то? А это сейчас что было? Это линейка тоже. Олег, иди в жопу, у нас дети смотрят, 13 секунд до конца игры, 21% у нас. Это тоже ритуал. Задолбал нахрен. Сейчас пойдет рулетка, мы будем ритуалить. Давай, а сейчас не будем. Давай, 3 секунды, пожалуйста. Да ладно, Азимов, хрен с ним. 20% на победу, давайте. Просто плес. Плес, 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 плес. Плес, 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 плес. Плес, 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 плес. Жопа говно, Алла Пугачева, сосать! Просрали. Это так-то воспресли. О, я последний поставил, два косаря. Итак, ребята, итак, ребят, я залился в игру, а один из трейдов у меня почему-то отклонился. Или предметы недоступны, давай, непонятно. Давай. Плес, 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 плес. Оу, yes, shit, baby, baby, baby. Бэби-б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 эби
выиграли. Этот никнейм на ютубе. Все, отлично. Отлично, ребят. Ну, поздравляю вас, Алексей, с вашей победой. Спасибо, чувак, ты, братан, спасибо. Но я победил с шансом. Я почему-то знал, что будет последняя ставка, и она залетела. В первый раз планета, космос меня послушал и сделал так, как надо. Ведь я мог победить. И независимо от того, какие ставки, мощные или слабые, ставились в эту игру, я принимаю этот трейд. И тема реально мощная. Пацаны, короче, я не знаю, пока что трейд с победными шмотками мне идет долго. Я залил единственную пушку, у нас игра на 22 тысячи, у меня 8%. Я просто надеюсь на то, что будет маленький там число маленького раунда. И моя пушка в виде хайбербиста выиграет. И должно так и случиться, давай, по сути. Давай, давай. Но 8%, давай, давай. Я не знаю, у меня больше нечего было ставить, пока что я ждал тот трейд, и выигрывает, ну, не я. 18% 0.23. Довольно-таки маленькое число раунда, 8000. Так, чуваки, у нас последняя игра на сегодня, 2100 рублей. Я закину туда Азимов и красную линию еще, калаш. Ну, еще закину, пожалуй, туда вулканчик. Вулканчик, да. Надеюсь, это все придет и примется. Минута еще остается до игры. До конца игры. Я надеемся, думаю, надеемся, да. Ну, уже 5200, извините меня за такое. За такое-такое. Ну ладно, мы еще что-нибудь позакинем, чтобы, так сказать, очередь занять. Но, походу, Steam, который лагает, не даст нам этого сделать. И очень-очень это плохо. Но мы пока посмотрим, принялись ли наши трейды. Так, ну, пока вулкан еще висит и не принялся. Так что он, скорее всего, подстрахует меня последней ставкой. Либо окончательно заморозился у нас тупой Steam. У меня 29%, извините, что? А кто здесь еще поставил? Так, чувак, 4000. А, Golden Coil, даже и не заметил. Даже и не заметил, уже 9000 на кону. И очень-очень плохо, что мой вулкан, короче, походу не попадает в очередь, потому что 15 секунд и, наверное, Golden он... Golden Coil, офигеть, сколько на 4,5 стоит, офигеть. Да, очень-очень жестко, очень люто. Так, ну, скорее всего, я отменяю этот вулканчик свой, потому что это жестко. Да, зачем? И он говорит, что нельзя отменить.
Нельзя отменить! Походу, ребята, это не последняя игра. Отменено, все отлично, отлично. Давайте, ребят, посмотрим, кто выигрывает. И выигрываю не я, а выигрывает этот пидор. Раз, даже не он, 0-1-18. Чувак с шансом 3%, который поставил 293 рубля. С билетом номер 2800, а я купил с 3000. И это очень жестко, потому что мы всрались сейчас. И, наверное, после двух проигрышей я всегда останавливаюсь. Я всегда так делаю, поэтому, ребят, огромное спасибо за просмотр. Спасибо, что были с нами и смотрели данный ролик. Подписывайтесь на мой канал, на канал Олега. Ставьте большие пальцы вверх. До скорых встреч. Пока-пока. Адьос, амигос. Пока-пока.